Всем привет, мы уже в Москве. Только что проснулись, всю ночь не спали в самолете. Со мной сейчас связалась Лена и сказала, что она тоже в этом отеле остановилась. Ну, то есть ее поселили, она должна была быть в другом. И мы сейчас с ней идем ужинать. Вот какой лифт здесь красивый. Привет. Мы идем, в общем, кушать. Здесь центр города, Кремль, красота. У нас вот такой шикарный вид из окна на Кремль, на Красную площадь. Мы живем на 7-м этаже. Номер у нас нормальный. Правда, бардачок уже, но ничего. С Вовой решили пойти в спа бесплатно. Тут есть платный и есть просто бассейн, джакузи и сауна. Мы хотим пойти в джакузи. Сегодня у нас мероприятие, на которое нас пригласили, Хэллоуин. Вчера мы просто отдыхали, отсыпались. Сегодня вот готовимся. Позавтракали, у нас такой был чудесный деликатесный завтрак. Очень крутой, даже шампанское было, представляете, с утра. А пришла к Лене, а ей здесь делают макияж на Хэллоуин, так что у меня такие эксклюзивные съемки. Я даже не вижу, что они делают. Будет круто очень. Я уже в предвкушении. А как вас зовут? Наташа. Наташа делает макияж. А я пошла вытягивать волосы у Лены, потому что забыла утюжок. Смотрите, какая красивая ванная, комната. Очень классная ванна, такую бы домой. У нас другая. А в этой банке как будто бы мед. Посмотрите, опа, а, там реально мед. В общем, я вытянула волосы, сейчас иду на первый этаж, потому что меня там пригласили на встречу. Там я знаю девчонки, сейчас Лиза с Аней. Да. Что тут все такое девичье. Я спустилась, а здесь да, очень девичье. Девушки обедают или ужинают, я так и не разобралась. А можно вилочку? Спасибо. В общем, приятного аппетита, девчонки. Да, смотрите у нас, что я происходит знаю, вообще. Что тебе припрашник тут? Уже все, такая. Столько вот косметики. Кто бы говорил? В общем, пришли к нам в номер, никто никого не звал. Приперлись, да. Нарушили наш покой. Что? Аня, покажи свой макияж. Вот это единственное. Круто. Я хотела G7X, но и у нас... Вова. Лучше. Лена. Аня, ты кем будешь? Капитан Америка, женщина. У тебя, да, по-моему, самый сложный макияж. Да, когда вы придете. Мы выяснили, что у Ани в тему буква А, потому что она Аня. Я в тему себя сделала. У нас есть такая классная штука возле кровати, колонка. И мы музыку слушаем. Кстати, сейчас из окна очень клевый вид на Москву, на Кремль, очень красиво, на Красную площадь. Вообще шикарный вид. Вика, посмотрите, Вика. Куда? Завтра было проснуться, скажешь, Женька, поехали? Я там влог поснимаю на Рублевке. Рублевке, да. Будем искать президента. Будем искать. Приключения, я бы сказала. Уедем в клуб. Вау! Вообще! Шикарно! Давай, название.
Всем доброе утро. Вчера мы очень хорошо повеселились в клубе, что сегодня у меня пропал голос от того, что я кричала. Была очень громкая музыка, я хотела со всеми поговорить, и поэтому постоянно громко говорила, кричала и сорвала немного голос. Теперь у нас 2 дня перерыва, передыха, и в понедельник у нас будут съемки новогодние, будут топовые блогеры, и мы будем снимать новогодний ролик. Должно быть очень весело. Настроение отличное, потому что мы сейчас с Вовой едем в спа. В очень классный спа. В этом спа делают массаж индийцы из Индии. И используют полудрагоценные камни. В общем, там должно быть очень прикольно. Нам посоветовала Лена сходить. Вчера она там была. Сегодня едем мы. В общем, сюда ложится человек, это полудрагоценные камни, очищаются чакры. Только что закончился мой массаж, я в полном восторге, девчонки из Москвы. Я смело вам советую этот салон. Мне делал массаж настоящий индиец из Индии. Супер, мне все понравилось, я сейчас вся в масле. Он мне сказал, чтобы я примерно час не смывала, если есть такая возможность, потому что масло очень хорошее для тела, оно впитается, а потом через час можно пойти в душ. Круто! Что, вы мне эс нарисовали, супермен? Ты доллар, ты человек деньги! Всем привет! У нас сегодня съемки на... Я бабулька, я вам призываю. Для Нового года у нас съемки, в общем, ой. Будем поздравлять всех с Новым годом. Снимаем вирусный ролик. Вика, аккуратней. В общем, тут декорации, так клево. У меня голос вообще пропал. Просто пропал. Мы в таком павильоне, в котором снимают сериалы «Российские кухня» и «Универ». Видели таблички, наверное, что-то еще. Вот. Маша, художник по костюму где? Ой. Тут вообще... Кого только нет здесь вообще. Девочки, массовка, что ли? Девочки, подойдите, пожалуйста, ко мне. А вы не брали, да? А кто там, угадайте? Снимай маску. Мой покемончик, миллионер с женой. Дед Мороз. Контакты. Ура, ура! Джей, можно я твой контакт запишу? Нет. Давай, да. Давай. Опа, опа, опа. Давай. Мы это сделали. Ура, 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 ура. Красавчики, чё и базарить вообще. А сейчас мы пойдем и дружно поедим. А давай я посмотрю со всеми мемами. Вот все мы и мемы. Ну, я не знаю, это реально или нет. Мы очень долго снимали. В общем, с 7 до 8 вечера, и мы только сейчас закончили, да. Всех мимо посажать на диван, пошли ко мне. Пойдем. У меня есть Саша, у меня есть Вова. Саша. У меня есть Вика, у меня есть Женя. Вова. Саша. Женя. Вика. Вика, Женя, Саша, Вова. I have a pen, I have an apple pen, I have a pen, I have pineapple pen, apple pen, pineapple pen, good pineapple, apple pen. Есть Вика, есть Женя.